Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин. И я, Борис Максимович, всем добрый день. Борис Леонидович, Росконгресс обещает загнать весь мир в каменный век. Ну, шучу, конечно. Росконгресс обещает, мировую экономику ждет угольный ренессанс. В связи с глобальным потеплением, всем происходящим, активностью зеленых, но, правда, энергия нужна и Европе, и Великобритании, и все остальные позеленевшие и к ним примкнувшие. Прошлой зимой расконсервировали все угольные станции, до которых смогли их ручки дотянуться. И спрос на уголь, естественно, вырос. И Росконгресс прогнозирует, что эта динамика не прекратится и сетуют на то, что и технологии развиваются, и нас ждут новые угольные электростанции, которые генерируют мощности практически вровень с АЭС. Что все-таки ждет угольную отрасль? Ой, я еще не изучил этот отчет, посвященный углю Росконгресса. Ну, давай по порядку. Если когда-нибудь атомные электростанции будут занимать такое же место в энергобалансе, как и уголь, мы точно станем зелеными, потому что на день сегодняшний доля угля в генерации электроэнергии в общемировом балансе 57%. У атома, простите, 11%. Теперь, что касается ренессанса, ну, для того, чтобы появился ренессанс, перед этим должен возникнуть упадок. Если кто-то его увидел, то это человек, который смотрел исключительно в сторону Европы. Во всем остальном мире картина выглядит совершенно иначе. То есть все-таки на глобусе не только вот эта северо-западная оконечность материка Евразия, есть целый ряд других континентов. Что касается вот этих аборигенов, живущих на северо-западной оконечности материка Евразия, то, несмотря на все крики, пляски с бубнами, удары в бубен, я не сказал фамилию Грета Тунберг, это вам послышалось, результаты 22 года по отношению к 21-му 12% рост угольной генерации в так называемом Евросоюзе. Итоги 2021 года по отношению к 2020 плюс 12% рост угольной генерации. И предварительные итоги 2022 по отношению к 2021 еще 9%. Это на самом деле вот и показывает, что такое вся эта зеленая сделка и прочее, прочее. То есть хорошо рассказывать о зеленых сделках, водородных программах до той поры, пока поступает необходимое количество газа по разумной цене. Я в очередной раз подчеркиваю, что газ, который шел из России в Европу, не был дешевым. Мне вообще хочется найти того, кто этот термин придумал, и сделать с ним что-нибудь нехорошее. Газ из России в Европу шел по классической гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта, где цены природного газа коррелируют с нефтяной корзиной, в которую входит мазут, дизельное топливо и так далее. Цены корректируются один раз в 9 месяцев в зависимости от того, какая ситуация возникла с ценами в этой нефтяной корзине. Говорить, что это дешево, ну, значит, просто не дружить с головой. Вот меня простите за резкое слово. Ну и не будем больше про Европу, потому что с ней неинтересно, как именно она будет умирать. Это дело такое, можно наблюдать сколько угодно, но боюсь, что у нас семечек не хватит за всем этим смотреть. А что происходило в более цивилизованных странах? Ну, к примеру, в прошлом году неожиданно увеличились объемы поставок в Турцию рывком на 15%. Связано это с тем, что в Турции ввели в первую очередь угольные электростанции мощностью 600 мегаватт. Всего там таких очередей предусмотрено 4. Это ровно одна Турция, которая совершенно случайно стала пересматривать показатели угля, допущенного к импорту по содержанию всевозможных примесей. Был достаточно жесткий такой набор требований. Они его неожиданно смягчили, и совершенно внезапно, совершенно случайно под эти критерии стал попадать кузбасский уголь. Я думаю, что это, конечно, просто случайность, не более того.
совершенно четко заявила о том, что будет наращивать угольную генерацию Пакистан. Связано это с тем, что Германия сумела обворовать Пакистан на поставках СПГ. Напомню, что был долгосрочный контракт у «Газпрома» на поставки СПГ в Пакистан. Но «Газпром» в качестве второй стороны договора выставил одну из компаний, которая входила в состав холдинга «Газпром Германия». И, соответственно, украв головную компанию холдинга, немцы украли и вот эту компанию. И, посмотрев на условия контракта, поняли, что даже в том случае, если заплатить Пакистану все штрафные санкции, которые предусмотрены, все равно получается выгоднее поставить на «Хватерланд», что, собственно говоря, и было сделано. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего – альтернатива поиска спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене. Вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на спонсор.ру. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Пакистан в ответ, оценив происходящее, он не стал впадать в какую-то большую истерику, тем более, что штраф действительно заплатили. Оценив энергетическую политику, которую проводит Евросоюз, Пакистан пришел к выводу, что до той поры, пока рынок СПГ не выйдет из дефицита, а сейчас спрос выше, чем объем производства, где-то на 10-12%, разные оценки есть, играть в эту войну цен Пакистан отказывается, поэтому совершенно с чистой совестью заявляет, что будет наращивать угольную генерацию, потому что это предсказуемо. Здесь не способна вмешаться Урсула фон дер Шольц. А Пакистану, как ни странно, хочется развивать энергетику так, чтобы было предсказуемо. Пакистану есть куда развиваться. Наращивает угольную генерацию Индия. При этом компания Indian Coal of India, государственная компания, крупнейшая, уверяет, что с 27-28 года нарастит объемы производства, объемы добычи у себя в Индии настолько мощно, что начнет экспортировать всем желающим, но пока закупает. Пока просто закупает, да и все. Что касается Китая и итогов 2022 года, по оценке Международного энергетического агентства, объем добычи угля в мире вырос на 1,25%, казалось бы, немного, но это 8,02 миллиарда тонн. Поэтому 1%, ну, посчитайте сами, это 80 миллионов тонн. Мягко бы сказано, более чем значительная прибавка. Чтобы было с чем сравнивать, объем добычи угля у нас в России чуточку выше 400 миллионов тонн. Поэтому 1% роста мировой добычи – это, на секундочку, 25%, практически, ну, 20% того, что добывают в России. Что характерно, при этом почти 50% из этого объема добычи – это небольшое государство, которое мы знаем как Китайская Народная Республика. Я, когда вижу эти цифры, меня, если честно, бросает в дрожь, потому что Россия, которая превзошла советские показатели, вот максимальный объем добычи был 427 миллионов тонн, и
Министерство энергетики России, наша угольная компания оценивали это как несомненный успех, а это 10% от объема добычи Китая. То есть то, что мы добываем за год, в Китае добывают за месяц. Вот. Тем не менее, Китай продолжает увеличивать объемы импорта, и в этом году были сняты запреты на поставки угля из Австралии. Дело в том, что, несмотря на огромные запасы, многие угольные месторождения находятся на поздних стадиях выработки. Если это добыча шахтная, это значит, что глубина шахт увеличивается настолько, что и себестоимость растет, соответственно, и меры для соблюдения техники безопасности становятся все дороже. Там уже имеются шахты с глубиной более километра, то есть, ну, понятно, что вроде бы все свое, но слишком дорого, проще приобрести в Индонезии или в Австралии. И, насколько я понимаю, вот за этими общими цифрами Росконгресс, ну, повторюсь, пока не изучал, не знаю, выделена ли там отдельно добыча коксующегося угля, рост литейной промышленности в цивилизованных странах, ну, то есть не в Европе и не в Штатах, а в цивилизованных странах, продолжается. Напомню, что теперь уже 2 года назад Индия, у которой достаточно такие романтичные отношения с Китаем, она приобретала коксующийся уголь именно там, потому что на территории Индии месторождений коксующегося угля не так много, очень вежливо попросила Россию рассмотреть возможность поставлять в Индию 44 миллиона тонн угля в год. Чтобы было понятно, о чем речь, объем добыча коксующегося угля по состоянию на 2020 год в России был 50. Вот. Сейчас эта ситуация выправляется, как ни странно, достаточно быстро. В 2020 году компания A-Property выкупила у Мехелева компанию «Эльга Уголь», и вот здесь рост объемов добычи. Эльгинское гигантское месторождение, 2,2 миллиарда тонн, причем компания «Эльга Уголь» с новыми владельцами во главе продолжает геологоразведку. Есть рядом еще один участочек, про который геологи, выполняющие заказ «Эльги Уголь», очень осторожно, так это вот, прикрывая рот рукой, говорят, ну, похоже, здесь будет чуть-чуть побольше. Уголь уникален тем, что вредных примесей, фосфора, серы, мышьяка, там действительно минимальное количество. И 2020 год компанией руководит Мечел, объем добычи 7 миллионов тонн. В апреле 2020 года заканчивается процесс покупки 100% акций. A-Property выкупал не только у Мечела, но и у всех банков, которые выдавали кредиты. Там достаточно сложная ситуация. В 2020 году, то есть за апрель... Нет, 2021 год, простите, все перепутал. В 2020 году под руководством Мечела на Эльге было добыто 7 миллионов тонн угля. С апреля 2021 года по декабрь 2021 – 14 миллионов тонн. То есть вот таким рывком. А по итогам года минувшего Эльга добыла уже 22 миллиона тонн угля. То есть мы достаточно быстро вот одним проектом растем. В этом году ожидается выход, ну, так скажем, продолжение развития проекта с Родосай на Таймыре. В октябре прошлого года пробная партия 600 тысяч тонн, а там тоже уголь коксующийся ушла. Напомню, что по планам компании «Северная звезда», которая принадлежит лицензии на добычу, плановый объем, ну, полка по объемам добычи должна составить 12 миллионов тонн. После обогащения 10 миллионов тонн угля будет поставляться на экспорт. Компания «Северная звезда» принадлежит корпорации «ЭОН», которая решила заняться добычей коксующегося угля вот в таком необычном месте. И одна из побудительных причин, там в проекте нет РЖД, что подразумевает, что рентабельность такого бизнеса будет достаточно высока. На Сарадосайском месторождении строится порт с оригинальным названием «Енисей».
Связано это, по-моему, все-таки с тем, что порт этот строится на берегу Енисея. Что касается компании «Ильгауголь», то она надеется, что в 2025 году она сможет выключить из своего проекта РЖД, построив Тихоокеанскую железную дорогу на берег Охотского моря. И в этом случае они тоже планируют выйти на планку в 30 миллионов тонн добычи. То есть они вдвоем, в принципе, вот проект «Сыродоса» и проект «Ильгауголь» могут выйти практически на тот объем, который просила для себя Индия. Учитывал Росконгресс как сующийся уголь во всех своих раскладах или нет, сказать сложно, но, тем не менее, как сующийся уголь отличается тем, что там нет такой волатильности, как с энергетическими сортами угля. В прошлом году цена подкатывала под $400 за тонну, сейчас где-то на уровне 120-130, в течение года такие прыжки. Как сующийся уголь как стоил порядка $200 за тонну, так и стоит. Там, если колебания есть, то считанные проценты, не десятки процентов, а именно считанные. Так что здесь прогресс есть. И, разумеется, для того, чтобы нарастить объемы поставок угольной отрасли России, ждет, когда будет решен вопрос с восточным полигоном, с расширением провозных мощностей БАМа и Транссиба. Проект этот ведет компания РЖД, поэтому не исключено, что в этом десятилетии можем и не успеть. Вот какая-то такая обстановка. Напомню, что по результатам 2022 года объем экспорта угля из России упал на 7%. Причины понятны. Одичавшая Европа наложила себе на голову эмбарго от российского угля, по непонятным причинам решив, что намного выгоднее везти его из Южной Африки, из Колумбии. Та доля на угольном рынке Европы, которая принадлежала России, сейчас расписана в основном тремя странами. Основной вклад – Южноафриканская республика, Колумбия и немножечко добавили Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, на всякий случай, напомню, по ресурсам угля, то есть по доказанным извлекаемым запасам, занимают первое место в мире. Поэтому я считаю ее вполне развитой державой. Она вполне способна добывать уголь, она умеет добывать нефть, она умеет добывать газ и по-прежнему занимает лидирующее положение по поставкам, по объемам поставок леса в Китай. Так что я считаю, что это действительно передовая держава. Лес, уголь, нефть, газ. Что осталось? Пеньку. Нет, это, наверное, уже сейчас вряд ли будут покупать, хотя они могли бы. Вот такая обстановка. Я не считаю, что это ренессанс. Я считаю, что это победа здравого смысла. Все рассказы о том, что необходимо заниматься декарбонизацией и так далее, приводят к тому, что декарбонизацией заниматься можно, но все-таки людей жалко. Тем более, что ситуация в остальном мире особо не менялась. По-прежнему статистически департамент ООН оценивает количество людей, не имеющих доступа к электроэнергии, в 700 миллионов человек. И, на мой взгляд, это не те люди, которые должны ждать, когда кто-нибудь воткнет им ветряк или займет половину территории их страны солнечными панелями. Так что как-то так. Борис Иванович, большое спасибо за комментарий. Обсудили даже нелюбимую вашу вами Европу, подсевшую на колумбийский кокс. Понимаете, как хотите. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.Инфо на Ютубе, ВКонтакте, в Дзене, в Телеграме. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты, чтобы финансово помочь нашему проекту. И дальше также бодро вещать на Ютубе в условиях лишения монетизации. Спасибо. До новых встреч. Ну, а что касается сегодняшней передачи, Росконгресс убедился, что уголь – это топливо прошлого века, нынешнего века, да я думаю, что и будущего. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.